Привет, ребят! Сегодня у нас, получается, уже четвертый день. У меня сегодня вообще были мысли не снимать влог, если честно, потому что сейчас вообще 4 часа дня. Я сегодня также встала в 10:30. То есть это не потому, что я поздно встала. За это время я помылась полностью, голову уложила. Хотела снять это на камеру, но мне нужно было скорее посушить голову, потому что приезжала мама Славы, она сейчас на дачу едет, и мы спустили вещи, которые несколько дней назад собирали, которые как раз-таки для дачи идеально подойдут. Так что мне нужно было срочно быстро посушить голову. И, кстати, вчера я приехала с дачи, и... Это мои цветочки. И дома меня ждали вот такие цветочки. Красота! Так вот, я сегодня проснулась с головной болью. Не знаю почему, еще вчера я очень долго не могла уснуть, потому что я начала испытывать чувство голода. Я долго пыталась уснуть, у меня не получалось. В какой-то момент я в итоге встала, пошла на кухню и кушала салат. Не могла уснуть, я ненавижу. Я не могу уснуть, если я голодная. Мне нужно обязательно... поесть перед сном. Короче, какие у меня сегодня планы? У меня должна быть вечером встреча рабочая, но я пока не знаю, насколько это точно. Мне как бы сказали, что точно, но может что-то пойти не по плану. Встреча у меня еще будет очень далеко, и мне туда ехать далеко. Я не знаю, что делать, потому что мне очень не хочется брать свою машину. Очень не хочется брать свою машину, потому что она идеально стоит. И я бы сегодня, если честно, никуда бы не поехала вообще. Но при этом дома как будто сидеть тоже странно. Но единственное, что меня напрягает, что уже 4 часа дня, и я не чувствую, что у меня еще весь день впереди. Потому что в 9 мне надо уже сидеть, монтировать видео, чтобы идеально как бы лечь, и все было класс. А еще я хочу сейчас поменять постельное белье, ну просто потому что уже пора. Еще нужно разобраться на кухне. Ну, короче, как бы я не устраивала какие-то генеральные уборки перед неделей влогов, все равно... очень быстро все затирается, ничего не поделаешь. Взять, например, ту же раковину, всякие брызги, зубная паста, все это постоянно надо протирать, если хотите, чтобы все было дома чисто, то есть, ну, как бы, ничего не поделаешь. Вот, мне очень приятно, что всем нравится неделя влогов. Самое интересное, что действительно каждый раз четвертый день, вот сейчас, да, четвертый влог, он мне всегда дается сложнее всего. То есть как будто бы четвертый день его не должно быть. То есть в этот день я не должна снимать. Я не знаю, блин, вот может сегодня такой интересный влог получится, конечно, но я в этом сомневаюсь. Вот поэтому я не люблю, типа, много дней подряд снимать, потому что в какой-то момент просто мне не то, что нечего рассказать, но я понимаю, что хочется, чтобы больше накопилось каких-то интересностей, каких-то новых информаций, чтобы вам было интересно, а у меня ничего такого не накопилось, потому что я вам последние дни все рассказываю. Видите, у нас там чистят до сих пор. Видите, видите? Вот так они весь день чистят. Я меняю постельное белье, уже поменяла. И сейчас его отпариваю. Сейчас думаю, самое главное, чтобы я не заболела, потому что, кто не в курсе, Слава болеет, ну, не сильно, у него нет температуры, но, типа, такое состояние у него очень приятное, насморк, ну, кашля нет, в принципе. Карина что-то тоже после того, как вчера на даче она прыгала в сугробы, как-то не очень себя чувствует, лежит сегодня дома, ну, не знаю, что в итоге. Как она, ну, вроде ничего прям серьезного, но я так понимаю, что она решила сегодня прям отдохнуть, дабы сильно не слечь.
Так, поменять постельное белье для меня целый квест, потому что мне его в идеале надо отпарить, то, что я сейчас и делала. Я могу сказать честно, я не всегда это делаю, потому что иногда оно и не мятое какое-то получается. Но в целом хотелось бы сказать, что невероятные ощущения я испытываю, когда сплю на глаженном, отпаренном постельном белье. Это максимально приятно телу. И вообще, как ты, как будто даже засыпаешь быстрее, ну прям очень классно. О боже, сок. Обожаю апельсиновый сок. Жажда замучила. Офигеть, как красиво! Вы видите этот закат? Короче, мои планы меняются, как я не знаю что, ежесекундно. Суть в том, что сегодня у меня были планы. О боже! На самом деле, ненавижу такое, когда ты весь день сидишь и думаешь, что у тебя вечером будут такие дела, но ты как бы до конца не уверен. И потом в итоге ты такой не едешь. Я на самом деле обрадовалась, потому что мне не хотелось ехать туда, куда мне надо было ехать навстречу, потому что это очень далеко, и не хочется далеко уезжать от дома и возвращаться поздно. Кто-то мне из подписчиков говорил, что Юлечка, не расстраивайся, если будешь думать, что влог не очень. Даже если ты будешь весь влог сидеть вот так, как сейчас я с вами сижу и болтать, нам понравится. Я... Только попробуйте что-то сказать. Короче, рассказываю новости. Я думаю сегодня остаться дома, несмотря на то, что в идеале съездить за мандаришками, но мне не очень хочется, и я хочу стейки. Я написала Залине в Last Beauty. Залина — это просто, я не знаю, мастер, как ее назвать. Это чудо-врач, профессионал своего дела, человек, у которого... Ну, мне кажется, настолько вот, ну, я не знаю, как правильно сказать, но вот, ну, вот все благоволило, мне кажется, чтобы она именно вот занималась тем, чем она занимается, потому что ее руки золотые. Я ей безумно благодарна, потому что всякие изменения, которые есть, произошли с моим лицом, с моей внешностью, они благодаря ей. Кто-то меня, кстати, просил тоже обсудить эту тему касательно моей внешности. Я, в общем, короче, ей написала то, что хочу губы сделать. Я давно их не делала, и, ну, для кого-то они выглядят большими. Еще сейчас я их намазала, типа, блеском, ну, бальзамом, там, не знаю, они у меня сохнут, что-то люто прям. И для кого-то они выглядят большими, но мне что-то так хочется побольше, прям, не знаю, очень хочется, тем более, что, мне кажется, у меня ни разу в жизни не было каких-то больших губ, то есть я не сомневаюсь, что... Когда я приду к Залине и скажу, сделай мне прям побольше, прям очень большие, она мне не сделает, типа, какую-то дичь, она мне сделает ровно столько, сколько будет красиво, но побольше. То есть вот человек чувствует вот, вот эту вот грань, да, когда нельзя перебарщивать с этим препаратом. Я ни в коем случае не пропагандирую увеличение губ и все такое, просто я рассказываю о том, что я это делаю, мне очень нравится. Но, опять же таки, хочется сказать, что есть очень много разных случаев ужасных, когда приходишь не пойми к кому, не пойми в какую клинику, и человек потом может остаться просто, ну, наверное, даже инвалидом, потому что у той же Кати Конусовой были выпуски о том, как раз-таки делали уколы в нос, которые я делала также у Залины, и... Каждый раз, когда мы делали мне уколы в нос, я вообще ни о чем не переживала, я была максимально спокойна. Но после того, как я посмотрела видео Кати Конусовой о том, что если куда-то не туда уколоть и ввести препарат, то человек ослепнет, может ослепнуть. И это вообще жесть, это очень страшно, поэтому, ну, как бы, если на такие процедуры идти, это кажется, что, типа, чуть-чуть тут в носик вкололи, но на самом деле, ну, как бы, отнеситесь к этому серьезно и 100 000 раз подумайте, кому вы идете, самое главное, я... Не пропагандирую процедурки всякие, но могу сказать так, что если уже захотелось пойти, то я всегда говорю, к кому я хожу и у какого врача я себе все делала и делаю уже на протяжении дофига лет. Я губы сделала первый раз в 18 лет у Залины, то есть меня, ну, уберег Господь, слава богу, от каких-то ужасных врачей, которые, наверное, даже не врачи. Ну, потому что историй очень много, действительно, очень грустных, страшных, где человек просто, ну, портит себе жизнь, ну, точнее, врач, да, неквалифицированный берет и человека просто уродует. Уродует и, не дай бог, оставляет еще инвалидом, делает. Поэтому...
Несмотря на то, что я посмотрела вот это вот видео, да, у Кати Конусовой о том, что уколы в нос это опасно, да и в принципе вообще все это как бы опасно, но каждый раз, когда я прихожу к Залине, у меня нету вообще никакого страха, потому что это Залина. Ну, типа, я прям на 100% знаю, что человек знает свое дело, что человек знает, куда колоть, то есть это не так, что типа нет, такого не будет. И я максимально спокойна, и у меня никогда нету там мыслей, ой, а вдруг... Короче, сейчас я хочу снять в сторис распаковочки такие, подарочки от брендов, потому что, ну, как бы подарили, ну чего же, будет мило, если я поддержу. Короче, хорошо ли быть блогером? Классно ли? Ну, конечно, классно, очень классно. Ну, я не знаю, вот, да, на какой еще работе, скажем тогда, если мы все-таки говорим, что это работа, да, где еще тебе будут присылать постоянно какие-то подарки, разные бренды. Это реально очень классно. И мне кажется, что работа, которая связана именно с рекламой, с сотрудничествами какими-то, с такими штуковинами. У меня, кстати, я думаю, что сегодня просто рабочий день будет, потому что мне нужно написать сценарии разные для проектов. И мне больше нравится творческая часть, именно снимать. Очень классно работать в сфере рекламы, потому что ты сотрудничаешь с классными брендами. Не знаю. Короче, у меня сегодня какое-то странное состояние. У меня скоро дела должны начаться, поэтому, мне кажется, у меня такое немножко... Ну, такое состояние, типа... So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime. Короче, сегодня с самого утра день не задался, потому что я проснулась с больной головой, а это значит, что уже что-то нехорошее. Обычно, когда... Вот я, кстати, говорю, что скоро у меня дела, такое бывает у меня перед тем, как скоро у меня дела, у меня болит голова. Не постоянно, но просто вот просыпаюсь с больной головой. Так, у меня же есть челка, я же могу всех удивлять своей прической. Самое тупое, что она хорошо подходит под мои корни, но вот здесь у меня волосы на концах, типа, ну, как после осветления... Какие-то. Какая же я дура, а? Я не могу с этой жизнью. Что в этой жизни не так? Мне еще так челку тупо уложили, я прям так злилась. Бля, ну что это за говно? Просто дебилоидка. Надо в телеграм записать, какая злая. Я сижу просто как дура деревенская. Да, прическа не про канал, даже не хочу дальше продолжать. Гляньте, смотрите, он матовый такой, прям. Ивусик, ты чего там спишь? Чего ты не на кровати? Чего ты тут лежишь, малыш? Заяц, чего ты там лежишь? Масик мой, иди в кровать. Эти ушки сладкие, сейчас кому-то ушки съем. Чего это, ты маму услышала? Пироженька моя. Короче, пацаны, сижу на эко-маркете, думаю себе хавчик заказать. Вот на самом деле, не знаю, я так полюбила вот эти всякие заказы в интернетах, именно продукты, потому что в магазин приходишь, глаза разбегаются, и ты не знаешь, что взять. Интересно, какие вкусные. Вот писали бы еще, что без косточек, а? Марокко, знаю, хорошие должны быть. Вот эти, кстати, выглядят... Вот единственное, что... Короче, я так думаю. Более желтые, они бывают покислее. Вот такие, прям оранжевые, бывают вкусные. Можно и такие. Такие попробовать. Или только эти. А я не знаю. К сожалению, сейчас не оказалось стейка моего любимого, поэтому я грущу. Груши надо взять. И яблоки хочу красные. Черный принц. Хотя я в яблоках не разбираюсь. Короче, будем вместе с вами заказ оформлять. Фрукты, овощи, чтобы вам потом распаковку не показывать.
Помидоры вот такие возьму, бакинские. Сейчас посмотрим, сколько миллиардов у меня выйдет в денежке. Огурцы тепличные. Лучок репчатый. Так, ягоды малина. Еще хочу виноград. Есть кишмиш? Не знаю, может быть, он и без косточек, но я не хочу рисковать. Ненавижу с косточками. Можно взять банан одну штуку. Прикиньте. Грибы не люблю. Салат не надо. Нарезки. Молоко, сливки, сметана. Так, это мне не надо. Мясо, рыба, деликатесы, говядина, баранина. Короче, расстроился, конечно, жутко, потому что не нашла стейк свой любимый. Видимо, все раскупили пока. Ну, у них, конечно, они завтра уже появятся, я думаю, но я хочу сейчас заказать. Стейк Нью-Йорк. Вот я взяла вот такой, не знаю. Но он должен быть вкусный, правда, что-то он выглядит тут одним куском. 400 грамм. А мне-то надо два куска. И что делать? Еще что ли брать? Ну ладно. Так, выпечка и сладости, хлеб-хлебцы. Ой, тут, наверное, хлебушек такой вкусный. Но я сегодня уже взяла хлеб. Так, вдруг мне повезет, и здесь будут орешки. Их тоже быстро разбирают. Наверное, где они? В печеньях? Ну все, облом. Орешков нет. Брала, короче, такие для курицы стейка и для морепродуктов рыбу. О, кстати, рыба. Где рыба? Рыба. Где? Сёмга, стейк. Это то, что нужно. Блин, как хорошо, что я вспомнила, что я рыбу хочу. Почти готово, вот. Эко-бургер с говядиной на два бургера. Прикольно, может взять? Блин. Да, возьму. Хочется так бургеров. Так, я уже на 8 тысяч набрала. Ну, кстати, стейк Нью-Йорк должен быть вкусный. Я знаю такой. Просто в идеале мой самый любимый стейк филе миньон. Он самый любимый, я его знаю, как делать. Он всегда хорошо получается. Но я думаю, что Нью-Йорк тоже хороший должен быть. Теперь вопрос. Во сколько мне это все домой привезут? Кофе мне надо. Ну вот, с 8 до 9 привезут. Но это еще ладно. Все, я заказала. Угадайте, сколько время? 9:09. Я понимаю, что может быть, конечно же, из-за погоды. Это из-за погоды. Он до сих пор не пришел, потому что он должен был прийти с 8 до 9. Целый час. Заказывала, я не знаю вообще, сколько было. 5-6 вечера. Я, между прочим, жрать хочу. Уже 9. 10. Сейчас узнаем, где моя еда. Аппарат абонента выключен или находится... Нет, не узнаем. Я просто, знаете, что не люблю? Вот если у вас какой-то магазин, сайт или там доставка, ресторан, неважно, берите лучше с запасом время. Ну, типа, написали бы мне, типа, с 8 до 10 или с 9 до 10. Я бы как бы знала, что, типа, с 9 до 10 ждать, ну, типа, не раньше. А тут, получается, я сначала надеялась, что вдруг 8:30 придет. И типа пожру скорее. Но одно дело, если на 15 минут опаздывают, еще ладно, как бы 20, еще окей. Ну ждем, ну просто времечко-то уже позднее. И мне никто не отвечает. Еще бывает, курьеры звонят, типа за час, или хотя бы позвонил бы, предупредил, что опаздывают. Вот это я тоже, вот что сложного? Ты же знаешь то, что, ну, стоит типа время. Ну как бы я, может, какая-то дрянь, но... Может, я спать ложусь в 9:30 тоже. Почему нельзя позвонить, предупредить, там, что, типа, там, ну, как бы, буду позже, еще что-то. Ну, все-таки, я же тоже, как бы, жду. Короче, жрать охота. Ой, блин, прикольно. Я пришла на кухню, я думала, что я не загрузила посудомойку. Оказывается, я это сделала. Но я вспомнила, что мне нужно повесить белье. У меня сегодня такой день. Тупой. Давайте я вам покажу балкон наш. Помните, я рассказывала, что мы разобрались на балконе? Зацените. Ну, здесь у нас стоят стулья, правда, которые должны стоять на кухне, но нам столько не надо, нам двух хватает. И еще в своем телеграме я рассказывала, что их надо бы заменить или просто новую обивку сделать, потому что им лет 6, и, понятное дело, они стерлись. Это, конечно, выглядит жутко убого, но... Ну ничего страшного. А это зеркало,
которая стояла у меня на столе, где я крашусь. Но потом, как вы знаете, Слава подарил мне другое, которое с светильниками, и это как бы мы сняли. Его надо было тоже отдать на дачу, но мы про него забыли. Ну ладно. На самом деле мы здесь офигенно разобрались, потому что тут столько всего было. Здесь у меня стояла минералка с моей днюхи, когда мне исполнялся 21 год, которую мы покупали, и она типа осталась. Ну, ее не выпили, там, не знаю, штуки 5, наверное, большие бутылки стояли. И мы, короче, решили, типа, ну ладно, им, наверное, уже столько лет. Может, она и не портится, я не разбираюсь, мы все равно такое не пьем. Здесь у нас чемодан с чемоданами. В большом средний, в среднем маленький. Тут в каком-то у нас елочные игрушки, в каком-то какой-то хлам, который на дачу не увезешь. Там в каком-то вантус лежит, типа то, что дома пригодится. Тут два рюкзачка висит, старый пылесос. Не знаю, он тоже, по сути, нам не нужен, но как бы куда его пока отвозить, не знаем. Тут какие-то славяные штучки, приблуды для синтезаторов всяких. Ну, а здесь вот такая вот полка с какими-то интересностями. Ну, там пеленки вивенные, тут у нас лампочки. Ну, короче. Так, уже 21:15, я начинаю нервничать. Пока вы не видели, я съела целую пачку чипсов. Я так хотела чипсы поесть, я уже не знаю сколько. Еще что-то как-то холодно. Знаете, что должно вытянуть мой блог? Приготовление бургеров, но их не привезли. Сколько время, где мои бургеры? Наконец-то мне позвонил курьер. Я просто, мне кажется, миллиард звонков совершила в Экомаркет. И как бы никто нигде мне не отвечал очень долго, а потом благодать, когда я уже начала писать на почту Экомаркету. Вообще я не из таких. Просто я хотела узнать, ну как бы мне ждать эту еду вовремя. Или мне искать варианты, что другое пожрать, потому что я-то думала, что как бы придет вовремя. И что мне теперь кушать? Наггетсы? Придется, я жрать хочу, мне нечего больше кушать. Я специально заказала еды. Так что никакого веселья, мои хорошие. Я злая, как собака. Не, я могу, конечно, сосисоны с макаронами второй раз за день поесть, я это люблю. Да не, наггетсы норм. Один раз был вообще угар. Я, короче, заказала что-то типа 4 стейка, 2 рыбы. Потом еще там курица, что ли, какой-то, что-то такое. И остальное, типа, по мелочи было. Типа, огурцы, помидоры, зеленюшка, петрушка, специи какие-то, что-то такое. И, короче, пока я это все сидела, выбирала, я обычно сижу долго выбираю, потому что мне хочется все разделы посмотреть, даже если я знаю, что мне ничего оттуда не надо. Так, они свежие вообще? Ужин мой называется. Свежие. Короче, пока я это все сидела, выбирала, в какой-то момент, когда я уже нажимаю, типа, покормить заказ, он мне говорит, что осталось только, типа, овощи, которые я выбрала. Это вообще угар. И, типа, нет, один стейк, типа, рыбы нет. То есть, типа, настолько все быстро закончилось, что я вообще офигела. Я такая, не, ну нормально. Ну классно. Ну, короче, вот самое, наверное, обидное, это когда с доставкой проблемы. Поэтому у меня дома есть всегда наггетсы. На такие случаи, когда ты ждешь долгую еду, она к тебе в итоге придет в какой-то поздней ночью. И я, конечно, могу сейчас, например, через часа... Ну нет, какие бургеры через 2 часа? Вы, наверное, смотрите, думаете, охереть, сколько ты масла льешь. А я так люблю, мне все равно. Это типа во фритюре, вы поняли? Ладно, Зай, может, ты расскажешь что-нибудь? Что у меня такой влог сегодня домашний, вообще без приколдесов. Наггетсы отлично. Мне так повезло с мужчиной. Ты просто подарок, Зай. Другой бы сказал, типа, мне надоело жрать эти наггетсы. Почему мы на обед жрем Бургер Кинг? Ну я же ненормальную еду делаю, да? Нехорошие. Я заказала очень много нормальной еды. И рыбу, и мясо, и домашние бургеры. Бибичка, тебе нельзя наггетсы. Мама с папой не будут кормить тебя полуфабрикатами. Собака порой лучше нас питается. Так и есть. Она тебя только доперла. Я тебе говорю, тебе нельзя. Нельзя тебе. Мне не надо плакать. Угу. Из-за этого плакать не надо. Слезы свои убери. Знаете, интересный факт про Вивьену.
Когда мы приходим в гости, она себя ведет там, вот что я еще хотела сказать, что собачки, они как дети, реальные. Когда мы приходим в гости, Вива себя ведет очень скромно, не сует свой нос в тарелку и все такое. И все говорят комплименты. Какая у вас собачка, какая у вас собачка. Не сует нос в тарелку, так спокойно сидит и не выпендривается. Но мы в гостях никому не рассказываем, что дома она на нас прыгает, сидит часами вот так смотрит, урчит, мурчит. Да, Вива? Да, Вивьена? Я тоже могу так долго смотреть. Так, ну посмотрим, что тут нам привезли. Стейки. Это самое главное, соки. Так, я уже забыла, что мы с вами заказывали. Угу. Мандариновый, апельсиновый. И ничего для Вивы! Рыбка наша. Очень вкусная рыбка. Стейки. Все-таки один кусок или два? Блин, они достаточно большие. Это прям проголодаться надо. Если будете заказывать стейк Нью-Йорк, там идет один кусок. Просто в стейках филе миньон там идет два маленьких кусочка, но их, если с гарниром, например, с рисом вы делаете, вполне достаточно, ну, на два человека. Каждому по небольшому кусочку мяса, но он сытный, нормально. А тут, я думаю, даже можно не доесть. Но там еще жир есть. Ну, это вот такой вид стейка. Так. Это что? Я не помню, что мне это показывало. Что это? А, это булочки для бургера. О, понятно. Миндальное печенье. Они, кстати, очень вкусные, мне понравились. Котлеты для бургера. На самом деле, я уже так заказывала, по-моему, один раз, и было очень вкусно. Всякие ингредиенты. Здесь уже порезанный помидор, сыр есть, салат, еще какой-то салат, лук, всякие соусы, огурчики. Ну, блин, вот такое, если честно, я люблю кушать сразу, как только привозят. Но придется завтра есть. Так, они отличаются. Два разных мандарина. И думаю, это турецкие. Хотя можно посмотреть. Мандарины турецкие. Да, я угадала. А это израильские. Посмотрим, какие вкуснее. Кстати, ребят, 22 февраля, или может быть просто в 20-х числах, 23-го, не знаю, что это такое, я планирую выпустить свой пакет пресетов. У меня уже готовы пресеты, и не один, и в своем телеграме я даже некоторые показывала. Кто за мной следит в телеграме, в инстаграме, вы там тоже могли увидеть. Вот, и они очень прикольные, я многие свои обложки на YouTube обрабатываю именно этими пресетами. Да, извините, не знаю даже, правильно это извиняться или нет, но извините, если видео получилось не такое насыщенное, интересное, как предыдущий влог. Думаю, что завтрашний день должен быть более активным, на это надеюсь, если честно. Еще сейчас мне предстоит продолжить работать над сценариями, не для видосов на YouTube, а то, что по работе связано, и просто читать почту, проверять, анализировать, смывать косметику, делать вечерние процедуры, убираться на кухне. Ну, в общем, ну вот представьте все это, и типа влог получился насыщенный. Я вас безумно люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы, не злитесь на меня. Если этот влог получился не очень интересным, вы могли поставить его на фон и убираться дома, или готовить, и просто слушать, если вам скучно, поэтому не надо злиться. И это не потому, что я сняла ради того, чтобы снять. У меня челлендж, у меня задача, я должна каждый день снимать. И все равно я буду сидеть и читать комментарии под этим влогом, и, возможно, грустить, если кто-то будет меня обижать, а, возможно, радоваться, если кто-то будет писать: «Да ладно, Юлек, все нормально, подбодрите по-братски». Я тоже не могу каждый день быть максимально энергичной, ведь энергия, она кончается в какой-то момент. Короче, ладно, люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы и всем пока.